У нас была тема, посвященная идеологическим разногласиям сейчас в мировой политике, вот так называемой холодной войне, новой, о которой много сейчас говорят. И со стороны вот, людей, которые занимаются международными отношениями, было высказано много достаточно критических замечаний в отношении того, что вот это использование такой широкой термина «холодная война», она может быть неоправдана. То есть, да, есть сложные отношения, много конфликтных тем, которые нас разделяют, но при этом есть и общая повестка, причем вот здесь, кстати, в Ульяновске она очень заметна, потому что... То есть то, что сближает нас, да, не разъединяет. У вас вот, делают ставку на развитие возобновляемых источников энергии. Вот этот ветропарк, который сразу все замечают на другой стороне Волги. И это, на самом деле, один из элементов, один из кирпичей более широкой темы, вообще устойчивое развитие, экологическая повестка. В перерывах между работой на экспертных сессиях гости города изучали Ульяновск, его культурно-историческое наследие, посещали различные инфраструктурные объекты. Подробное интервью с гостем утренней редакции уже на сайте нашего телеканала www.reporter73.tv. Утро с репортером бодро, полезно, позитивно.